Ей всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Кот, Радекс, Пингвин. Пацанчики, поздравайтесь! Всем привет! Сегодня мы играем в Грэнни Симулятор. Две бабки и два конченых внука. Если тебе, чекушки, приятного аппетита, а мы будем начинать. Так, нам нужно найти зеленые лекарства. Так, двери закрой. Так, я вижу зеленые лекарства. Я их вижу, это все хорошо. Тогда сразу, наверное, открыть шкафчик, чтобы взять башмаки скорости. Так. Есть. Задание выполнено. Теперь надо мне полить цветы. Сейчас мы кое-что сделаем, не ссы. Дети, челепиздрики. Иди. Так, давайте цветы будем поливать. Так, бабка, давай, короче, этот, остерегай нас, охраняй нас, бабка. Ого, вы чё так делаете жестко вообще? Что мы вам сделали плохого? Ай, бабка упала, ёп! Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, стараемся снять что-то очень классное и веселое. Что здесь делаешь? Так, отлично. Дайте. Ай, в голову! Больно! Стой, ты чё делаешь? Вам везет. Я дополью. Мы должны пройти. Так, еще 3 цветка полить надо. Иди сюда, кошара. Они мочат нас только так, это вообще жесть. Я так понял, что пацаны попались наигранные. Хорошо, да, играете? Так, бабка есть. И тут цветок. Так, я слышу, эти челепиздрики идут за мной. Вы чё там всё, весь дом сейчас разломаете? Ого, что со мной? Что со мной? Что за баги? Это какие-то... Что за фигня вонючая? Ну вы конченые твари! Я вас запомнил. Ничего, ребята, в следующей катке я буду играть за внука. И там... Да, мы уже будем смотреть. Ого, бабку валили! Аж юбка чуть не слетела. Отвалите от него, это уже мой кен. Я в конвульсиях валяюсь. Так, надо лекарства идти пить. Ищи зеленые фляжки с лекарствами. Так, теперь мне нужно найти зеленые лекарства. Вижу зеленые. Меня из дома выкинули. Да? Ой, бабка головой въехала. Я упал, этот, нюхаю лекарства. Так, теперь нам нужно полить цветы на улице. Выходим на улицу. Ты лекарство принял? А где они? А вот зеленый. А, уже не светится. Короче, ищи, короче, баночки с лекарствами. Которые... Oh, shit. Я могу открыть? Я не могу открыть. Это прикольно, ребята, мне нравится. Один. Я сейчас достану ключ. И тебе конец будет. Это что такое? Опа. Блин, прикольно. Мне нравится эта игруха. Кстати, мы давно не играли. Кто твой папочка? Знаете эту игру? Who is daddy? Но очень классно. Так что, ребята, давайте 1000 лайков, и мы запишем эту игруху. Оу, хит. Дима, теперь у тебя в голове куна. Да блин, ты все-таки успел попасть. Да, у тебя в голове кунай теперь есть. Сам ты кунай. Кунай? Дверь поломанная, все поломанное. Где дверь? О, я жизни себе пополнил, отлично. Где деньги? Ай! Ты задрал! Девочка, иди сюда, у меня тебе умный сюрпризик. На! Ай! А, это я, Макс. Так, отлично. Ты жизни иди ищи! Я Яндексом поджег только что. А ну иди сюда, у меня электрошокер, иди сюда. Давай, бей его. Я... Блин, со мной попался просто не сильно хорошая игра. Смотрите, все задания выполняю я. Он что-то выполнил или нет?
Досками у мамонта. Сзади тебя. О. Досками. Так, отлично, отлично. Быстрее, 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 быстрее. Так, теперь мне надо найти еще раз зеленое лекарство. Идем, 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 идем вместе. Мы с тобой сила. Ты нашел, да, оружие против них? Молодец. Да, у меня электрошокер есть. Ты молодец, ты молодец. Он там лежал, не видел. Ой, тебя кто-то... Ай! Вы твари, да хорош нас убивать, мы же добрые бабусички. Что мы сделали вам? А мы потом поменяемся местами. Мы потом поменяемся, мы посмотрим. Так, мне надо найти, что теперь нам нужно найти. А, красную банку. Вижу, вижу, вижу красную баночку, идем. Отлично. Зеленую баночку, ищем зеленую баночку. На, побыстрее. Это прикольно, угарно будет. Так, тут есть? Яндекс, иди сюда. Я тебе кунаю. Все подряд, короче. О, щит. Спускаемся наравне, да? Надо было башмаки скорости мне взять, было бы вообще прикольно. Блин! Я не вижу. Лекарство. О, я вижу зато электрошок. Мне он понадобится. О, нет! Ах ты мразь! Он тебя сейчас убьет, и я один останусь против двоих конченых внуков. Они против меня! Они с ножом! С ножом? Да! В холодильнике. Так, пацаны, ну чё, где вы? Мы в холодильнике. Дима, я к тебе с подарком. Блин. Иду. Иди, иди, иди. Блин. Ты видишь, да, что Дима, я делаю? Ты... Дима, когда ты последний раз получал себе по башке... Дима. Когда ты последний раз себе получал по башке железякой? Отвали от меня, внук конченый. Тудух. Туда его. Ты сейчас меня просто забьешь. Ну, ты на это заслуживаешь. Он идет. Дима. Пошел отсюда. Ай, тварь. Да блин, вы отвалите от меня, мне надо лекарство найти срочно, я могу проиграть сейчас. Ну так просто катку эту я не прошел. Потому что еще будет какие-то задания, которые мне надо будет выполнить. Это было смешно. Еще у меня гаечный ключ есть. До сих пор. Так, может там есть лекарство? Тут башмаки должны быть скорости. О! Ёб! Клымынекало! Валь, вали. О, башмаки скорости. Надо сваливать, надо сваливать. А! Все! А ты, подлюка. Ну, блин, ребята, забили нас как щенков. Ну что, давайте вторую катку, только сейчас будет все наоборот. Катка номер два. Мы играем за бешеных внуков. Теперь я буду играть очень все грамотно. Написали в комментариях, что надо очень много собирать ключиков и открывать классное оружие. Вот таким образом будет очень прикольно. И быстрое, кстати, возмездие сейчас будет. Они же думают, что это все просто так. Это был хедшот. Моментальный. Два хедшота. На, бабка. О! Ключики, ключики. Моя бутылка. Забираем побольше ключиков. Ай, ай, тварь, что это было? Блин, прикольно, нравится мне эта игрушка очень. Пошел отсюда. Так, 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 о, ключик. Я нашел оружие против этих двух оборванов. Оно тебе не поможет, кстати. Так, поливайте, поливайте цветы. Ах ты, ничего, ничего, ничего. Сейчас мы вас быстро вынесем, я уже собрал столько ключиков много. И что творится? Бум. Ничего, ничего, у нас же двое, мы сейчас все быстро сделаем. Я лежу. Так, отлично, открываем здесь. Идемте-ка теперь брать какое-то классное оружие. Давайте сразу чпоньк. Да. О, молоток. Молоток. Ну что, пацаны, вы готовы проиграть красиво? Да ты тварь, а?
Да. Видишь, они две бабки играют хорошо. Если бы мы так выиграли, как мы с тобой, ну как я, мы бы точно прошли. А что он делает, тот внук опять? Что он делает? Молоток выбили мой. Отдай молоток. Ты молоток выбиваешь, это мой молоток. Ну что, теперь пошло Мочилово. На 9 хп. Что, разберем? На. Сейчас мы одного вынесем. Сейчас мы одного вынесем. Так, молоток, молоток. Молоточек взяли. По 9 хп это тоже хорошо. На, 14 хп. Мой молоток, дай его сюда еще разочек. Ребята, классно, я его сейчас и загашу. Уже 60 хп у одной бабки. Добиваем. О, 14 еще раз хп. Так, где мой молоток упал? Так, где ты это? Ты че? Иди сюда. Так, отлично, отлично. Давайте еще оружие какое-то возьмем. Может, там есть что-то помощнее. Так, давайте откроем вот этот сундучок. Иди отсюда. О, кунай. Будем кунай мочить. Где-то ж мой молоток отлетел. Ого, я слышу. Ты что, тварь, делаешь? 20 хп сразу тебе. Я думал, тебя выкинули, Дима. Не переживай. На тебе 5 хпшечка, отлично. Так, мы здесь не будем ключики тратить. Мы сейчас здесь пособираем еще ключики, я вижу. Я тебе не дал зайти в дом. Отлично. Ключик здесь. Пойдет. Иди сюда, чепух. Чепуха, да? О, я молоток нашел. Давай, это мой молоток, бери его. Он очень мощно бьет по башке. Отлично. Так, и ключик, да, наверное? Чем надо? На! А ну иди сюда. О, отлично, эта штучка тоже возьмем. А ну иди сюда. На! Красиво мы. О, молоточек! Да какая бабка, ты что? На, еще 5 хп, ключик. Бутылка. У меня есть для вас подарочек, да. Видимо, вот это в голове получил. У меня есть для вас подарок, видимо, молоточка. Что? Как тазер юзать? О, ключик. Тазер? Ну, прицеливаться и стрелять. А, во, все. Так ты умеем пользоваться. Ай, попал, попал, не спорю. Слышь ты, а у вас вообще жизни мало осталось. Очень мало, мочим, мочим их. 19 хп даже у кого-то. О, дай сюда эту штуку. А где молоток? А вот молоток. Да ты тварь, а ну ты смотри, ты какой зараза, а ты голливый, а? Да прекращай, тварина. Ну хватит меня бить, я же твой внук. Я не возьму. А, рядом. Есть, одного уже слили, еще один. На, папа. Блин, мне нравится по башке попадать, это очень круто. Они даже ничего не делают. Даже не надо мощное оружие. Будем мы издеваться над бабками просто. Блин, прикольно, она аж отлетает. Где я? Най, хорош. Давай, вставай. Мы сейчас с тобой не закончили. Давай. Да, нормально. Вот это доказываю, просто доказываю бабку. Наберем помощнее, чтобы по башке зарядить еще разок. Так. За неуважение к старшему поколению. Да. Просто вырубили ни о чем. Ребята, катка номер 3. Самое интересное, потому что будет 3 бабки и 1 внук. Вы представляете, что это сейчас за мясо будет? Это просто будет что-то эпическое. Да, сложновато мне будет, я чувствую. А ну иди сюда. Первая уже сразу 6 хп отняла. Ого, ты спрыгнул. Ты что там за сальтухи решил сделать? О, пойдет. Так, потихонечку попал. Дамажим. Потихонечку дамажим. Ну, а попал, почему? Но промазал, Дима. Не, ну 6 хп, у меня написало, что я отнял, у тебя 6 хп. Да, ты мне снял, но почему-то, ну, ты промазал. Ну да, как-то странно, да? Угу.
Вот опять то же самое. Да? Угу. А ну иди сюда. Это ты промахнулся. О, пшикалка. А ты пока можешь мне пшикать, я тебя буду вырубать потихонечку. А! О! Ну, ребята, угар. А, в духовку. 76 хп. 76 хп. В духовку. А, какие я сказала, в духовку иди. Ах ты, вы что, на меня все добро? Две баб, три бабки хотят меня уничтожить. Я просто жесть. Ой, все забагалось. Да вы что делаете? Забьем его до смерти. Побежал. Сейчас первый, а кто зайдет, сразу отхватит. Отлично. Мне даже нравится, что они сюда все вышли. Не все. А теперь все. Что? Я уклоняюсь. Он умнил. Ах, внучок. Прикольно, ребята, мне нравится. Очень напряженная катка. Три бабки, три, это очень сложно. Ничего. Блин, промахнулся. Что? Отлично, я спетлял. Так, как же вы мне хотите наказывать, а? Отвалите от меня, жидоб. Вы как зомби ходите. Конечно, бабушку зубочистками проткнуло-то как. Ах ты, тварь! Ах, блин, да вы смотрите, что выкинули меня. Аж фиг знает куда. Да хорош, ну пожалуйста, ну пацаны. Куда я полетел? Все, минус бабка. Да блин, ты смотри, а! Да прекращай, чё так долго бьет? Отлично. Ах ты, блин, а! Я только ключики тут начал собирать. Да хорош бить, мужики, ну я же как бы ну свой наполовину. Я же ваш внучок, вы чё меня трогаете? Так, может тут что-то интересное будет? О, отлично. Ого, неплохо отнялось, да? Прям прекрасно вообще. Еще ключик. Отлично. Ого, они тут по всей хате разбрелись. Сейчас мы будем идти оружие мощное брать. Потихонечку и вынося их. Параллельно. Ну чё, бабушки, вы готовы? Я сейчас гранату иду брать. Сейчас какая-то из вас, короче, погибнет, наверное. О, Кунай. Граната минус 20 дает. Кунай. О, ключик. Тут что у нас? Ножик. У меня есть оружие против него. Ага, ключика больше нету. А какое у тебя оружие? У меня тоже есть оружие против него. Нема у вас. Пошли его бить. А, блин, я промахнулся в последний момент. Представляете, попал? Последний момент. А, ну еще и... Шел отсюда. А, я не успел бросить. А вы задрали. Стадо бабок. Да хорош, вы что, угораете, что ли? Да хорош, ну пожалуйста, ну не надо. Да ну пожалуйста, ну не надо. Я улетел за карту, блин. Это вообще сильно. Да
ты тварь конченая, ну ты тварь. Я так давно не угорал. Да вы твари. Попал? Попал по кому-то. Ай, пришел в логово бабок. Меня бьют. Пошел отсюда. Ой, ключик в воздухе не смогу взять, не? Вы дверь выломали мною. Ну все, это ты сделал. Ты сломал уже с собой. Ай, блин, не успел добежать до двери. Давай, 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 вставай, внучок, пожалуйста, ну мужик, ну хорош валяться. Так хорош. Есть, я убежал. Ух, вырвался из лап этих злых бабок. Так, а чем я? Дима, для гранаты тебе нужно 3 ключа. А я не знаю даже, где она лежит, но я найду. Я пока мисс буду вас так мочить, вы не переживайте. Подсказка, просто 3 ключа там надо. Я думаю, ты там увидишь. Бум! Вот это улетел! Вот это и банка моя. Вон он! Где тебя носило, внучочек? Иди домой. Не, я с вами не дружу. А вы кто такие? Я вас не звал. Не-не-не-не-не, ребятушки. Это вы, бабки, вы хорошие. Но я так не хочу с вами дружить. О, Димочка. Опа. Иди сюда, внучочек. Так. Я нашел, где этот ящик, где надо 3 штуки этих. Я нашел. Давай. Промаз. Что? Что с ключом? А где он? И куда я улетел? А где ключ мой? Вот он валяется на лестнице. Да? А я его не увидел. А, ну тут я открою, у меня есть ключик еще? А, нету ключей больше. Иди сюда. На какой лестнице он валяется? Я не вижу. Я его подобрал, он у меня уже в руках. Ах ты тварь. Вот я. И где он? Где-то? Ключ! Тварь, ты выкинул мой ключ! Ай! Хорошо, хорошо. Ой, все с тобой. О! Ах ты, да, ну как ты достал? Да как? Давай, 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 Димка, вставай. Повижу ключик. Блин, прикольная катка. Надо было сразу 3 бабки брать. Это реально эпично очень получается. Я проиграл! Пока вы там... Я понял, вы, короче, выполнили миссии. Да. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения. Посмотрите мои ролики. Еще.